Привет, ребята! И сегодня мы опять продолжаем играть в проект Zomboid. Мод Выжившие. Наше долгое, скучное выживание. Что я вам хочу сказать? Что мы сегодня немножко обновим наши цели. Как всегда, мы ставим цели, чтобы вам было удобнее. В начале игры мы сразу их озвучим. Первоначальная цель у нас такая небольшая, да, это лучше научиться стрелять, лучше работать с перезарядкой. Вот. И цель у нас более глобальная будет, это встретиться все-таки с нашими бандами, волки, спасители, и надавать им люлей, как следует надавать люлей. Ну что ж, сразу с места в карьер стартуем, а именно берем пистолет, берем патроны и начинаем, выходим на улицу, начинаем просто стрелять в зомби. Тут есть недалеко складик, и я этот складик хочу к нему сходить, посмотреть, что там есть. Первоначально мы еще немножко наведем небольшой тут порядок. У нас в пушках я хочу себе пистолет. Сами понимаете, с более хорошими обвесами. Мы возьмем, вот у нас был пистолет. Мы с него снимем сейчас насадку, красную точку. Я так понимаю, это имеется в виду голографический прицел. Прошу вас прощения, у меня немножко покашливаю. Вот, поэтому иногда буду кашлять в эфире, ничего страшного. Я думаю, как-нибудь переживем. Вот у нас пистолетик какой-то даже заряженный, возьмем его. А где же у нас вообще есть пистолет с лазером? Скинем этот пистолет сюда, возможно, мы его будем использовать. Так, лазер у нас есть отдельно, все прекрасно. Значит, мы берем этот пистолет себе, ставим на него лазер, красную точку ставим. Ставим на него лазер. Вот. Различные медикаменты у нас с собой есть, водичка есть. Покушать мы сейчас еще покушаем. Сумка на всякий случай, мало ли там что у нас случится. Что-то хорошее заберем. Так, пистолет сразу берем в руку, в основную. У нас на нем красная точка, лазер, прекрасно. Будем наслаждаться жизнью. Патронов просто в разброс у нас нету. Тогда берем себе в основной инвентарь. 4 коробочки патрончиков. И во второстепенный инвентарь. Ну, в данном случае мы будем использовать на рюкзак. Берем все остальные. Для начала, для разминки нам хватит. Как видите, я уже подгружен. Попьем водички, конечно же. Наполним нашу бутылку. Скушаем что-нибудь. Честно, не помню. 2 дня не играл в это сохранение. Что у нас там есть, что приготовленное. С собой я видел, у меня там есть. Что-то как-то не особо есть. О, я спать захотел. Ну, тоже хорошо. Мы сейчас поспим сначала. Дверь закрыта у нас. Запереть дверь. Пару выпусков назад я задался вопросом. Куда же исчез мой компаньон, мой торговец из бара Твиги. Твигис. Пересмотрел видео свое и обнаружил, где его оставлял. Оставлял я его вот возле лестницы. Вот здесь вот он стоял. Я сходил, чтобы им не рисковать, убил засевших продавцов оружия. И обнаружил, что... Ну, вернулся, обнаружил, что его нету. Вот это как раз тот небольшой глюк, о котором я вам рассказывал. Он от меня ушел. Почему он от меня ушел? Видимо, я ему не понравился как компаньон. Он решил, что я очень нудно играю.
Ну что ж, шуметь начнем прямо тут. Единственное, конечно, сейчас час ночи. Не очень хорошо. Какой у меня будет смысл от моей стрельбы, если я буду в темноте стрелять? Ну вот выйдем на освещенную... На освещенную площадочку. Вон еще у нас дружище подтягивается. Ладно, ничего страшного. Мы пока побегаем, пособираем зомби. Будет интереснее мочить нам большое количество зомби, а не по одному их уйти. Ух ты, выживший. И не просто выживший. Смотрите, ПВП включилось. Вот кто-то что-то. Возможно, это те самые наши спасители. Как-то аккуратненько, аккуратненько сейчас будем идти смотреть. Зомби вот кажется... Ага, вот происходит дело. Меня больше всего волнует стрельба. Вот эти бегающие товарищи со всякими битами меня мало волнуют. Оп, кто ты? Брэндон, хочешь со мной? Нет, не хочет. Кто-то агрессивно настроен. Я выключил специально ПВП. Оп, да, вот этот парень. Смотрите, он хочет меня убить. Давайте добавим драйва и экшена. Все же. Что, я попал по тебе? Нет, вроде не попал. Вот так вот. Дружище, да. Injured. Все правильно. Injured ты, братан. А нечего было на меня своими клюшечками махать дурацкими. Все верно. Вот, видите, даже не могу ударить, убить с первого выстрела зомби. Такой вот из меня стрелок не очень грамотный. Ну что, тебе все еще хочется со мной повоевать? Вот, получи пулю в голову. Два часа ночи, как вы видите, а жизнь кипит. Жизнь бьет ключом, как говорится, и все по голове. Парниша был с молотком. Ну что, эта тетя у нас? Она тоже, я так понимаю, агрессивная. Отвлекем немножко зомби. Может быть, она выживет и полезет на меня драться. Нет, пока нет, смотрите. Хотя ПВП горело. Вот, девочка умерла. Девочка умерла. Привет, ребят. Как же тухо. Давайте выйдем на свет. Мне кажется, мои выстрелы так будут немножко результативнее. Как-то так происходят дела. Видите, не могу их убить с первого выстрела. Совсем слаб. Ну вот. Буквально впустую просто трачу патроны. Перезарядимся. Пускай качается перезарядочка наша. Аккуратно, не спеша прицелимся и выстрелим. Получилось. А, вот у них были антибиотики. Топоров у нас пока вроде хватает. В принципе, возьму на всякий случай. Тут недалеко бежать до дома. Консервированная кукуруза. Да, тоже возьму, еще пускай еда будет. Ну вот, это просто была группа агрессивно настроенных ребят. Ничего серьезного, это были не мародеры, спасители, тем паче, не волки. Волки, я вам говорил, из моего опыта, они как-то пока самые жесткие. Потому что они приходят с охотничьими ружьями. Охотничьи ружья у них как бы были без оптики, без оптических прицелов. Ну как-то мне не понравилось все. Вот. Как они меня с них постреляли. Я выжил, конечно. Взорвал их потом, как я вам говорил. Но все равно радости было совсем немного. Вот, у нас заперта дверь. Прекрасно. Так и надо. Помните, да, как я пару серий назад паниковал из-за того, что ко мне пришли в гости. Отдыхаем.
скидываем лишнее. Даже мы вот как сделаем. Так, сюда мы положим наши антибиотики. Скушаем не сухой завтрак, а скушаем то, что у нас было приготовлено. Ну вот. Прекрасно, я сыт. Скинем сюда витамины. Не будем их с собой таскать. Пилу скинем сюда. Тут пока пусть так остается. Отсюда мы скинем консервированную нашу еду. Какие мы себе поставим еще небольшие цели? Конечно же, небольшая цель у нас будет такая. Это поиск еще выживших. Потому что, ну видите, я один опять остался. Неприятно. Мне бы хотелось, чтобы вокруг меня было 2-3 человечка, которые бы прикрывали мне спину. Я думаю, что так было бы гораздо интереснее. Не только мне, и вам было бы интереснее смотреть. Да, было у меня такое, что у меня было вместе со мной 8 человек. То есть я еще 7. Но они как-то очень быстро все убежали, улетучились. Вот, смотрите, кто-то стучится ко мне в окна, по-моему, да? Мне это не нравится. Да-да-да-да-да, что-то там такое нехорошее происходит. Дырявый мой забор, ничего, мы его еще подкачаем. А может они ко мне стучатся в окна? В соседний оружейный магазин. Мы возьмем бейсбольную биту. И ее немножко починим. Она подкоцалась, я смотрю. Зомби стоит, нас не видит. А вот и увидел. Ничего, ничего, с ним мы разберемся. Вот так это будет. Могу дать вам хороший такой совет. Смотрите, вот у меня сейчас бита в руках. Я нажимаю двоечку, он переключается на огнестрел, да, сразу. И я его добил. То есть это я к чему? Это я к тому, что можно кнопочкой вот один. Это он берет в руку текущее ваше оружие, которое ближнего боя. А двоечка, это он берет пистолет. Вот двоечка, вот единичка. Нажмем троечку. Он взял в руки нож. Нажмем четверочку, ничего не происходит. То есть таким образом вы быстро можете переключаться между дробящим оружием, огнестрельным оружием и оружием режущим. Ну что, сейчас уже рассветет, и мне будет интереснее, веселее бегать, стреляться на при свете дня, поэтому мы еще немножко время скоротаем. Как раз пока пойдем, потихонечку начнет рассветать. Сходим, пожалуй, посмотрим в округе, как у нас дела. Толпятся ли зомби возле оружейки. Ох, 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 видели, видели, да, что происходит? Там у нас девочка какая-то бегает. И не одна. А вот это могут быть какие-нибудь бандюганы, нет? Пока на меня они агрессивно. Ох, а вот и вот, пожалуйста, агрессия. Ставим пушечку, нажимаем единичку. Это просто, опять же, агрессивные ребята. Так, что-то он не взял пушку. Взял биту. Двоечку, простите. Не то я нажал. Ну что вы, что вы? Это вы себя защищаете, да, так не смело? Ну давайте, давайте, ребят. Идите сюда, идите. Я здесь, я сладенький. Ну, где вы там? А что это вы убегаете? Ай-яй-яй, ну нельзя ж так делать, да? Ну что ж вы такие несмелые. Жалко, темновато. Хоп! 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 Вот, вы видите, они немножко потупливают. Ну, мародеры так не делают. Мародеры сразу лупят. Ух, вот так вот, да? I'm your friend? А бандит, это еще такая маленькая группировочка. Это бандиты. Привет, бандиты, как ваша житуха? Щит-щит-щит, сейчас вам будет щит-щит-щит. Оп, кончились патроны.
А что они там? Практически не покоцали. Вот так она машет молоточком там своим. А, лень мне сейчас бежать за нормальной пушкой. Кончились у меня патроны. Достанем из коробки штучку. Перезарядимся. Вот рассвело бы. Гораздо лучше бы я себя чувствовал. Включаем сами режим ПВП. Смотрите, по зомби попадаю, может и по ним все-таки попадаю. Ну вот этого товарища я явно покоцал, он там говорит аргх, все дела. Это безумие, да, ребят? Я устрою вам безумие. Че ж вы такие бандиты-то неудачные? Нельзя быть бандитами, если у вас всякие сковородки. Да-да-да, сковородки вам не помогут. Видите, тут больше зомби как бы их кушают, чем я их стреляю с таким оружием. Вот, скушали, скушали, да, визги. Вы слышите, да? Ой, 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 она по мне пытается ударить. Легкий урон, зацепила меня своей книжечкой. Ну вот, вот, вот те самые вопли. Кушают ее. Ну что я с них поимею? Молотки всякие. Ну пускай даже и молотки. А, не будем пока тратить патроны. Возьмем бейсбольную биту. Вот как раз в радиусе немножко подразгребли. От зомби, да? А вот могли бы дружить. Могли бы присоединиться ко мне. У меня есть хорошая база. Я немножко в этом городе пожил уже. Примерно знаю, где что находится. Так что мой вам, ребят, совет, если у вас всего лишь клюшка для гольфа, сковорода и молоток, ну вот не стоит становиться бандитами, ничего не светит. Не такие уж вы крутые, я так понимаю. Так, а пока мы можем включать строительство, прочность режущего. Ну конечно, мы сначала возьмем огнестрельное все-таки. Вот видите, немножко постреляли, зомби побили, действительно какие-то очки опыта набежали. Небольшие. Да, зомби немножко туповатые. Может быть даже не немножко. Играл вот недавно на хардкоре. Ну там как бы, знаете, зомби так пободрее. Возьмем пистолет. Вдруг у нас появится еще... ребята, NPC, которые будут с нами тусоваться. Вооружим их, в принципе, есть же у нас сейчас ресурсы. Пойдем прям, я не знаю, мощной волной будем выносить пачками зомби. Или, не дай бог, наткнемся на спасителей, волков. Там, может, мои ребята хорошо будут стрелять, прям расстреляют всех. Ну вот, посветлело, мне надо, правда, отдохнуть. Отдохнем. Отдохнем. Как раз сейчас то время, когда, как вы видите, у меня есть какие-то уровни, которые могу поднять, но мне не хватает вот очков, да, чтобы очко навыка поиметь. А как раз то время, когда стоит заняться строительством. Я тут пока так не сильно строился, чуть-чуть строился. Вот. Как бы просто, чтобы вы не скучали. Не хочу растягивать. Так все очень долго получается. Играю уже очень долго. Я не думал, что я выживу так долго. Вот. А как-то так вышло, что долго выживаю. Итак, идем искать парней. Идем к складу. ПВП у нас по-прежнему горит. Выключим его. Да черт с ним. Нас интересуют более веселые толпы зомби. Вот здесь мы тоже, да, убили ребят. А ребята были такие пустые. Вообще неинтересно с такими воевать. Все-таки действительно хочется найти каких-то развеселых спасителей или волков, там посерьезней будет война. А что это такое? Тут бах-бах. Совсем не смешно.
Это вот стройка заброшенная. Тут, кстати. Ага. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот так. Поняли? Это был какой-то охранник. Застряла пуля. Ну вот оно как бывает. Вынимаем пулю пинцетом. Вот, пожалуйста, можем пока с этими ребятами поразбираться. Вынули пулю. Зашиваем хирургической иглой. А, наверное, я поспешил. Сначала мы дезинфицируем. А вот теперь мы зашиваем. У него сейчас просто, я так понимаю, закончатся патроны. Вообще, я понимаю так, что я вот пошел в этот район города, я в нем не был, да? И тут как бы ничего как будто бы и не происходило. А вот я пошел, и тут сразу раз-раз сгенерировались NPC. Ну, постреляем немножко. Какой я умелый стрелок. С третьего раза попал по зомби, и то не убил. Сделал его ползуном. Ну, давай, братушка. Вот теперь как-то меня грызанешь. Почему я не могу по нему лежащему попасть? Какая-то трата патронов сплошная. Так, принимаем обезболивающее. Вот. Ползунов я очень не люблю. Как вы помните, ползун у нас нашу жену подрезал. Угу. Охранник. Ну, попробуем. А что нам терять? Ну, нам терять нечего, как бы игра немножко подзатянулась. Поэтому давайте попробуем. Возьмем охотничью винтовку. С обвесами, с патронами. Попробуем издалека этого охранника пристрелить. А чё он там такой борзый? Что он охраняет? Что, стройку заброшенную он охраняет? Да нет, не нравится нам такое. Совершенно неинтересно. Также напоминаю вам, для того, чтобы ваши раны быстрее заживали, вам нужно хорошо, обильно кушать. Вот мы доедим полностью наши овощи жареные, которые мы там в жаровне делали. Ага, я опять дверь не запер. Ну, глупый. Глупый. Скинем лишнее, а именно жаровню мы скинем. Так, коробка патронов. Пока нам, я даже не знаю, зачем нам столько всяких патронов. Пока выкинем. У нас в рюкзаке там было несколько штук. Возьмем. Вот так, оставим одну, насколько я помню. Пистолет вот этот скинем мы сюда тоже пока. Ну, давайте возьмем себе охотничью винтовку. Вот. Возьмем с нее, снимем двухкратный прицел. Это не серьезно. Мы постараемся с большего расстояния как бы стрелять, разносить парнишку. Возьмем восьмикратный прицел и установим на охотничью нашу винтовку. Там стоит стекловолоконный приклад. Мы добавляем восьмикратный прицел. Двухкратный прицел мы скидываем вот сюда. Стекловолоконный приклад, насколько я помню, у нас снимает отдачу, да, увеличивает точность. Так, по-моему. Ага, у нас здесь. А вот он. Увеличивает шанс попадания и уменьшает вес. Это то, что нужно. А также нам нужны патроны 308 калибра. Мы берем в руку их сразу. Сразу же берем в обе руки охотничью винтовку. Как видите, она у нас не заряжена. Открываем коробочку патронов. Пим-пим-пим. Заряжаем. Заряжать он будет довольно долго. Хотя перезарядка у нас второго уровня, практически уже третьего. Ничего-ничего. Здоровье у нас нормальное. Зашита у нас пуля. Ну,
Если честно, я не очень понимаю, почему здесь часто человек больше страдает от царапины, чем от пулевого ранения, из которого вытащена пуля, и все это дело потом еще зашито. Я сомневаюсь, что даже если у меня навык 3 первой помощи, что я прям так зашил, что сейчас чувствую себя комфортно, и, как вы видите, у меня такая незначительная боль, как будто там пальчик ушиб об дверь. Просто ушиб пальчик об дверь, понимаете? Вот оно как бывает. Так, также я не хочу быть перегруженным. Вот действительно, вот не хочу. Скину я все-таки коробки патронов, я скину. И сколько здесь патронов у меня? 35 штук. Ну, как бы, вы знаете, так многовато, мне кажется. Скинем какое-то количество. Почему-то очень медленно я это делаю. Опять вернулась боль, несмотря на то, что принял обезболивающее. То есть все-таки немножко чувствуется. Вот, хватит. Большая походная сумка. Так. Пока уберем пистолет. Молоток. В крайнем случае будем доставать из рюкзака бейсбольная бита, пускай будет. Теперь я хочу сделать себе, наверное, что-то покушать такое посерьезнее. Мы сделаем, как всегда, наши любимые запеченные продукты. Для этого мы откроем, конечно же, банку томатов. Нашу любимую банку чили, последнюю, насколько я понял, ничего найдем. Возьмем банку картофеля, откроем. Вот так и сделаем. И приготовим продукты для запекания. Основное у нас будет курица. Чтобы было пожирнее, зальем курицу маслом. Прям масло туда кинем. Вот. Сытненько сделаем горох, обязательно горох добавим, картофанец. Все это будет запекаться в духовке, поэтому польем медом обязательно и добавим остроты, добавим чили. Томаты не буду добавлять, чили добавим. Так, посолим и попер. Чим. Вот. Теперь лишнее скидываем в холодильник. Это все у нас. Пускай в морозилочке валяется. Банку мы потом выкинем. На ходу, на бегу, если не забудем. Консервный ножичек выкидываем тоже туда. Запекаем наши овощи. Микроволновку далековато поставил, ну да ладно. Поехали. Хорошо. Сытно кушаем. Четвертиночку, я думаю, хватит. Опять пьем водичку. Теперь нас ждет кратковременный отдых. Я захотел спать. Ну, боже, что за глупость. Да ладно, чё, поспим. Надо было, может, будильник поставить, то все светлое время суток просплю. Ну вот, проспал. Ах. В темноте стрелять не весело. Хорошо, тогда немножко с этим погодим. Чё годить, чё годить? Возьмем все-таки, возьмем и пойдем. Попробуем постреляем в темноте. А чем, собственно, черт не шутит? Ну, может, будем мазаться. Чё, надо учиться, надо уметь качаться. Вот, смотрите, боль моя прошла. Рана моя зашита.
слабо представляю себе, какой радиус идет на восьмикратный прицел, то есть в каком радиусе ему комфортно стрелять. Мне бы хотелось верить, что примерно вот радиус экрана, да, то есть где-то в этой области. То есть моя задача сейчас стать так, чтобы он, я был не в его зоне поражения, а он был в моей зоне поражения. Ответочку не хочу получить. Судя по выстрелам, у него не винтовка. Поэтому как бы это будут его проблемы, что его издалека расстреливают. Нечего быть таким агрессивным, охранять какую-то бомжатню, я не знаю. Ну вот, мне кажется, как-то так, и он меня уже не достанет. Где-то вот там стоит у нас, да? Ну и что ты, братан? Вот ты стоишь. Да, нет, у него что-то, у него, возможно, дробашек. Давай попробуем, не знаю. Мимо, конечно же. Как-то вот курсорчик выглядит вот так мне интересно. Не забываем, что к нам зомби могут прийти на выстрел. Как видите, мы по нему не попадаем. Попробуем подойти чуть ближе. Вот так, допустим. И у нас заканчиваются патроны. Оглядываемся по сторонам. Прям смешно, честно. Пока этих ребят убьем. Не знаю, почему они подошли ко мне сзади, не стали меня кушать. Наверное, не голодные. Конечно, хотелось бы пострелять все-таки днем, а не ночью. Ночью, как вы видите, очень плохая видимость. Ну, давайте, дело несложное. Набьем себе сейчас усталость беготней суетой. Может быть, кого-то помашем битой. Вот здесь можно, смотрите, да? Перебраться, хоп, дойти с этой стороны, посмотреть на эту стройку. Там ребята ходят еще тоже с огнестрелами, да, вот с огнестрелами. И что, ты не хочешь меня убить? Нет, ПВП не забирается. Кто ты? Woodbury Citizen. Хочешь со мной? О, посмотри, хочет. Прикольно. Значит, может, и эти хотят. А, их много. Охранник там только вот. Ну, давай, нажимайся. Woodbury Citizen. Иди ко мне. Ух ты. Вот, смотрите, ребята, у нас будет какая-то... Какое-то пати соберется. Пати на хате. Оп. Прекрасно. Не хочу их предоставлять. Я близко подошел к охраннику. Оп. Вот, смотрите, у нас есть пати. Единственное, я боюсь, что я опять, если их оставлю дома, они опять начнут выделываться, свалят от меня. Давайте мы сделаем так. Во-первых, скажите мне о своих скиллах. Расскажите о скиллах. Стреляют там, смотрите. Ну, в смысле, у них есть скиллы по стрельбе. Хорошо. Поставим вам опции использовать пушки. И поставим вам опции атаковать всех. А лучше даже атаковать зомби тут немного. Атаковать гражданских. Попробуем сейчас. А, так, follow me, ребят. Попробуем сейчас вот здесь поспать, переночевать на стульчике, да? Давайте, охраняйте мой сон.
мы будем спать. Вот как раз отдохнем, может быть, дождемся светлого времени суток и прям вот так вот толпой кинемся на этого дядю и нахлобучим его. Ну, не удалось мне, конечно, поспать прям до конца, до светлого времени суток. Ничего, мы сейчас немножко пробежимся, пока я им поставлю все-таки использовать оружие ближнего боя. И пока поставлю атаковать зомби. Просто пробежимся, еще время скоротаем. Я люблю наверняка. Ничего страшного. Подождем вот тут пару часиков, рассветет, как бы все будет хорошо. Просто пока походим, посмотрим, что тут, склады какие-то интересные. Тут что-то валяется у нас, стирка какая-то. Пожалуйста, вот смотрите, у нас есть какие-то минимальные склады. Слушайте, действительно стирка какая-то происходила, глобальная. Большая стирка на первом. По-моему, была такая программа. О, это отель какой-то, да? Отель-мотель. Вон там один из ситузных жрачки хочет. И не один даже. О, смотрите. Вот такой небольшой запильчик. Тут мы всех молотим прям. Всех раскидываем. Помогаем своим ребятам, а то они, бывают, потупливают. Ничего такие ребята. Досками, правда, машут. Ну ладно. Главное эффективность, а не чем они там машут. Эффективность пока выше нуля. Опять я устал. Вот так вот. Еще кто-то стучится, не будем обращать внимания на меня. Ох, ключик. Вы знаете, я люблю ключики. Пистолет. Покоцанный не будем брать. Вот такие парни. Опять же, дверные ручки тут у нас. Ну, пока брать не будем. Просто будем знать, что здесь такое место существует. Ага. Дезинфекцию мы возьмем. Мало ли чего. Моя бригада вон, смотрите, подрастает пока, да? Глядишь, пригодится лечить их. Точно придется их лечить после стычки с этим дурацким охранником стройки. Потому что кого-нибудь подстрелят. Бейсбольная бита, я думаю, нам пригодится. Так. А, вот скребутся. Ну давайте, ребят, смелее, чё? Давайте. Смелее заходите. Боже, да чё ж тут зомби-то такие тупые? Тут ваших ребят мочат, а вы там на улице охлаждаетесь. Слушайте, а неплохо работает команда. Ух. 6:40. Вот мы сейчас скоро отдохнем. Комфортно отдохнем здесь на диванчике. Вот, и можно уже немножко пострелять. Вот так вот. Пойдемте, ребята. Пойдемте. Поинтересуемся у охранника, почему он такой агрессивный. Предложим ему альтернативу, как стать менее агрессивным. Сплошная стирка. Покушаем. Хорошо, сытно покушаем. Пускай мои раны заживают. Вот. Банку мы так и не выкинули. Выкинули. Берем в руки нашу охотничью винтовочку. Она у нас заряжена, насколько я помню. Вот еще один патрончик мы в него вставили. Так. Меняем настройки для наших ребят. Что-то запутался. Так, использовать пушки. И пока будем мочить только гражданских. Вот у нас 8-10. Не могу сказать, что прям ну, очень светло, но так уже что-то похожее. Вот попробуем как-то на таком расстоянии попасть человечку в голову. И смотрите, что они творят. Они просто красотульки. А он стоит, ничего не понимает.
ему выносят мозг, разносят. Кровь почему-то сыпется с меня, я не знаю. Почему с меня? Кому-то попадает. О, это ничего не понятно. Кому попадает? Кому-то из наших? Понятно. Чувак стоял на линии огня и в него свой же попал. Боже. Какая глупость. Вообще полная чушь. Немножко тупые ребята. Отличное состояние у него. Охранник пускай пока помирает. Его ранили. Это не секрет. Вот, видите, он там... Damned. Как в том анекдоте. Знаете анекдот про лося, да? Когда выходит охотник из лесу на берег озера, вдруг видит, лось стоит. Лось стоит, короче, на подбережье. Пьет воду. Охотник аккуратненько снимает ружьишко с плеча, прицеливается, не спеша. Раз по лосю, блин. Лось стоит. Охотник. Ну, ладно, бывает, промазал там, я не знаю. О, все, сняли парня. Охотник такой, блин, ну ладно, бывает там, типа, промазал. Вперед аккуратненько еще раз прицеливается. Бах, второй выстрел. Нифига, короче. Лось стоит. Он такой, да блин, да что ж такое. Берет, заряжается, еще раз перезаряжает с двух стволов. Бабах, блин. Да лось стоит все равно. Да ё-моё. Что за фигня? А лось стоит такой, пьет воду. И такой, блин, что-то я не понимаю. Я вроде пью-пью, а мне все хуже и хуже. Так, ну у парня был дробовичок. Мы набираем все это добро. Видите, какие мои ребята, слегка подтупленные. Взяли своего, короче, снесли. Я так понимаю, их вообще надо ставить как-то на огневые точки. Вот. Ух ты, ё-моё, да сколько ж тут патронов-то. Надо в коробке складывать, я просто не унесу. Ставить их, видимо, на огневые точки. Потому что иначе они просто друг дружку пошпуняют, поубивают. Будет очень неприятно. Вот. Так, опять же складываем в коробочку. Все в коробочку, все в коробочку. Все в дом, все в семью. Доска с гвоздями нам не надо. Ну вот, ребята, постреляли как-то сами себя. Ну, глупо, глупо, честно. Ну вот и что тут было охранять? Туалет вот этот? Ну и че пацан агрессивил? Непонятно. Непонятно. Вон зомбачок стоит. А нам нужно включать стрельбу. О, какой косой. А, ну да, с такого расстояния попадать с восьмикратного прицела глупо. Глупо, просто не попадешь. Пойдем домой, скинем излишки и будем дальше качать стрельбу. Вот. Будем качать с помощью пистолета. Вот я уже устал. С какого же расстояния все-таки удобно валить с этой винтовкой с восьмикратным прицелом? Пока мне непонятно. Надо пробовать, надо пробовать. Надо разбираться. Попробуем. В принципе, со мной мои ребята тут бегают. Даже не теряются вполне. Значит, можно даже с ними пойти. Лишнего поскидываем. А, ребята голодные. Давайте, ребята, идите сюда. Вот холодильничек. Ни в чем себе не отказывайте. Кушайте на здоровье. Знаете, вам вот еще скину сухой завтрак. Захотите явно. Чипсиков, знаете, кушайте. Надо их завести в супермаркет и покормить, а то они мне начнут потом от голода дохнуть. Пускай нагребут в себя всего и побольше просто. Так, вот мы оставим у себя пистолет и охотничью винтовку. Ну, соответственно, бейсбольная бита с гвоздями тоже.
Вот. Потому что будем мы качать стрельбу прежде всего на пистолете. Ну и охотничья винтовка, все-таки вы понимаете, мне очень интересно, на каком же расстоянии она валит. Мне хочется как-то встретить во всеоружии все те банды, которые придут ко мне меня убивать. Очень не хочется мне умирать. Вот, зовем ребят с собой. И пойдем мы, что называется, через магазин, чтобы ребята покушали. Накормим их до отвала, надаем им чипсов, всякого фастфуда, пускай они его кушают. Вот. Ну вот, там у нас магазинчик, да, рядом. Там я не помню, все ли я чипсы оттуда повынимал, явно не все. Так, ну попробуем на таком расстоянии. Я думаю, это очень маловероятно. Ага, прекрасно. У меня как раз немного патронов осталось на охотничью винтовку. Смотри-ка ты. Вот на таком расстоянии, оказывается, прекрасно работает. То есть на расстоянии почти полного экрана. По движущейся цели, наверное, я думаю, не так просто попасть. Ну, давайте еще попробуем. Долго целимся, долго-долго целимся. Мимо. Вот, пожалуйста, со второго выстрела. Неплохо, очень неплохо. Бах. Мимо. Бах. Отлично. Со второго выстрела. Вот, ребятки подходят тут. Возьмем пистолет. И постреляем с пистолета, а то тут может все закончиться печально с таким количеством зомби, да? Смотрите, они прям откуда-то... Оп-оп-оп, патроны кончились. Они прям откуда-то там убежали. Так, кого-то поцарапали, плохо. Так, давайте, ребята, мы все-таки убежим. Еще кого-то поцарапали, совсем отвратительно. Надо мне им дать... нормальное оружие, биты бейсбольные. Так, патроны у меня там. Надо их сначала их сейчас перебинтовать, починить. То их там покушали, покоцали. Можно, конечно, устроить беспредел с помощью огнестрельного оружия. А почему бы и да? Ну, только мы их сначала починим. Открываем дверь. Ребята, забегайте внутрь, становитесь сюда. Stand ground, чтобы не разбегались. Запираем дверь. И смотрим, кого там из вас поцарапали, что произошло. Первый гражданин. Жалко, что у них имени нет. Не знаю, можно их переименовать. Нет. Царапина, кровотечение, ничего серьезного. Дезинфицируем. Накладываем пластырь. Здесь все-таки кровотечение, здесь будет не пластырь, но здесь мы поставим повязочку. Вот, стерилизованным бельем его перевяжем. Второй гражданин. Давай тебя проверим. Ну, соответственно, вы понимаете, я качаю медицину, когда их ищу. Второй гражданин у нас в порядке. Третий гражданин, наверное, тоже в порядке, потому что всего два было звука. А, нет, смотрите, тоже царапина, кровотечение. Дезинфицируем, перевязываем. Вот, немножко подкачали нашу первую помощь. Вот. Книжку, конечно, надо прочитать, но этим мы займемся со временем. Давайте, ребята, вы будете использовать у нас пушки. Пойдем чисто по жести. Будем стреляться. Коробку патронов выменим себе. Вот так вот. Зарядимся. И давайте выходить сюда. Два вышло, третий не вышло. Почему? Вот и третий. Так, закрываем дверь. Follow me, ребята.
Нас убежали там зомби, мы должны отомстить, вы же понимаете, да? Так вот будет каждый. Ну вот они стреляют очень, знаете ли, хорошо, я бы сказал. Я не отдохну, не страшно. Как я говорил уже, поведем их сначала кушать. Мушка. Мушка. Мушка нам не нужна. Это я выкидывал когда-то пистолет и мушку. Так. Вот такие трупишки валяются здесь. Ничего у них интересного нет. Вот так вот. Ну, ребята, конечно, тратят патроны очень по-серьезному. Я передумал. Давайте все-таки милли-випом. Топор, доска, бейсбольная бита. Для сельской местности сойдет. Я могу пострелять, а ребята будут так отгребать. Вот так вот стреляем. Единственное, что сейчас сбегутся немножко. Ну, мы постараемся большую толпу не собирать. Постараемся разгребать ее. Ох, а вот и толпа. А давайте-ка мы лучше, наверное, немножко убежим. Не нравятся мне такие большие количества. Поцарапали меня. Плохо, плохо, плохо. Дезинфицируем. Даже больно у меня появилось. Давайте дезинфицируем. Перевязываем стерилизованным бинтом. Вот так. И встречаем парней. А у меня опять закончились патроны. Сейчас перезарядимся. Не спеши, не спеши, девочка. Вот так. Откуда они берутся, господи? Да вроде же здесь все. Ох, как ее швыранули. Те же все уже зачистили. Всех уже прям постреляли. А они откуда-то все равно берутся. Ничего не понимаю. Ну ладно. Мы стреляем, мы качаемся. Наша основная цель — прокачать огнестрельное оружие. В упор попасть не можем. Почему так происходит, абсолютно не понимаю. Наверное, просто нужно тщательнее прицеливаться. Вернее, как-то попадаю, но, как видите, они все равно остаются на ногах. Вот, опять закончились патроны. Ну, запил тут вроде не сильный. Опять кого-то поцарапали. Да боже ты мой. Да что ж они такие слабые-то. Я же вроде достал. Главное, чтобы поцарапали, а не убили. Бета-адреноблокаторы. Вот еще кого-то поцарапали. Принял бета-адреноблокаторы. Ребята, я здесь. Пожалуйста, все ко мне. Не трогайте моих ребят. Да боже ты мой. Со всех сторон полезли. Очень не спеша нужно их убивать, потому что иначе, как вы видите, они просто собираются в большие толпы, и с ними гораздо сложнее происходит. И это мы вообще не на хардкоре даже играем. Так, давайте, ребята, пойдем чиниться, починяться, кого-то поцарапали там опять. Вот с одной стороны, я бы с удовольствием бегал без них, бы качал огнестрел, да? А с другой стороны, как вы видите, все-таки, если я их оставлю, то они потом исчезнут. Поэтому не нравится мне такое дело. Так. Вот-вот-вот. Да-да-да. Вот они что-то ругаются. Кто-то покоцанный. Ух ты.
Вот они поцарапаны. А мы их забинтуем. А, забинтуем пока нечем. Бежим за бинтами. Быстрее, быстрее, быстрее. А вот наши бинты. Один, два. Вот так вот. Бежим, бежим. Держись, девочка. Сейчас мы починим тебя. Так. Перевязываем стерилизованным бинтом. Здесь дезинфицируем. Перевязываем повязкой. Одну девочку посмотрели. Смотрим вторую. Второго человечка, вторую девочку. Грязный бинт. Меняем ей бинт. Сейчас сходим сначала водички. Наберем третью на всякий случай девочку. Глянем. Тоже, наверное, грязный бинт. Да, и свеженькая царапина. Дезинфицируем. И меняем повязку. Вроде немного было зомби. Как так получилось, что они так не очень хорошо повзаимодействовали? Наверное, я думаю, лучше им ножи давать. С ножами-то они как-то, как вы помните, воюют повеселее. Они просто сносят. Что у нас с ножами? Какие у нас есть ножи? У нас есть два охотничьих ножа. Прекрасно. И, возможно, есть еще охотничий нож, нет? Можно даже кухонный нож им давать. Вот еще есть охотничий нож. Пускай они будут с ножами. Как-то с ножами они мне больше нравятся. Соответственно, меняем им приказы на милливипом. Плюс милливипом. И меняемся с ними оружием. Будем по одному их вызывать. Первый Wooden Citizen. Stand Ground. А что-то тебе не нравится? Ты все равно какая-то больная, да? Что-то ты там плакала, что все плохо. Давай посмотрим. Ну, у тебя все перебинтовано. Ну, грязный бинт, сейчас мы тебе его почистим, не переживай. Не плакайся. Так, снимаем грязный бинт. Дезинфицируем. И почему мы не можем перевязать? Что за глупости опять? Чистим бинт. А, ну, потому что бинт грязный. Продезинфицируем даже бинт. На всякий случай, чтобы она не страдала у нас, не заразилась никакой гадостью. Вот у нее в руках была бита. Мы ей в руки дадим. Оп, один человек умер. Да что такое? Почему? Ничего не понимаю. Я же их всех осмотрел. Из-за грязного бинта она умерла. Да не может быть такого. Глупость. Чипсики выкинем, подбери чипсики. Ну, на ошибках учатся, видите, я не очень еще понял, видимо, как правильно с ними взаимодействовать. Мы возьмем еще чистый бинт, если у нас таковой имеется. Не очень имеется. Пьем водичку, наполняем бутылочку, очищаем грязный бинт. Даже грязный бинт. Снимем с той подружки грязный бинт. Так. На трупе у нас бинта нет. Так. Так, так, хорошо. Я спать захотел. А еще рано мне спать. Нужно витаминчики принять. Если они не особо есть. Ладно, потом мы это сделаем. Убираем грязный бинт с того товарища. Там у него всего лишь царапина. Главное, нет кровотечения. Это самое главное. Очищаем грязный бинт. И ставим ему опять повязочку нашу. Так, хорошо, с этим товарищем разобрались. Девочке даем в руки нашу бейсбольную биту.
Сейчас мы ее починим сначала. Хотя для девочки это не обязательно. У них, как я вам говорил уже, оружие в руках почему-то не портится. Так, Swap Weapons. А, у нее лом был. Лом, мы пока выкинем. Лом нам не нужен абсолютно. А этому парнишке мы дадим в руки нож. Вот, теперь у меня в руках нож. А у меня доска с гвоздями, она мне не нужна. Просто ее прямо вот здесь выкинем. Я захотел кушать. Ну что ж, я кушаю. После этого проверяю еще раз девочку. Вдруг там что-то изменилось, бинты у нее грязные, не знаю, там починить ее надо. Пока нормально все. И мы ложимся спать. Проверяем, закрыта ли дверь. Дверь закрыта, все отлично. Кладемся спать. Вот, снаружи какие-то выстрелы. Кто-то ходит там. Поспали мы прилично. Больше 6 часов, получается, поспали. Так. Они что-то кушают, это хорошо. Кушайте, поправляйтесь. Смотрим, да, у них грязные бинты. Сейчас мы будем их стирать, ставить на место. Пока вот так даже сделаем, чтобы нам удобнее было. Там у нее все зажило, прекрасно. Здесь еще царапина. Эту царапину, конечно же, сейчас исправим. Дезинфицируем. Нам не жалко, мы в аптеку потом сходим, наберем еще бинтов и прочего. Перевязываем повязку. Вот здесь грязный бинт. Смотрим, как у нее там и рана поживает. Да, тоже теперь там просто царапины. Очищаем бинт. И ставим. Дезинфицируем обязательно. Нам не нужно, чтобы они подцепили какую-нибудь болезнь. Перевязываем повязкой. Ну все, эта девочка у нас практически как новая. Теперь проверяем этого парнишку. А, у него даже бинт еще не грязный. Я так понимаю, что у него там все хорошо, раз у него бинт даже не загрязнился, то есть кровотечение остановилось. Вот. Так. Скинем отсюда лишнее. Заберем к себе. У меня грязный бинт. Теперь у меня надо свой бинт истирать, поменять себе. Так, сложим патроны дробовика в коробку. И займемся своим грязным бинтом. Убираем бинт. Все, отлично. Я там здоров. Смотрите, у меня там все зажило. Классно. Скидываем лишнее. Моем бинты наши, которые мы немножко загрязнились, попользовались ими. И вот так вот очищаем бинт. Скидываем дробовик. Конечно, вы видели, что гораздо эффективнее расчищать зомби с помощью дробовика, потому что из дробовика вы прям валите их. По 3, 4, 5 человек за один выстрел. А мы там пистолетиком. Ну, мы больше тренировались на то, чтобы прокачать стрельбу, прокачать перезарядку. Вот. У нас есть с собой большая походная сумка. Я думаю, у ребят тоже есть с собой какие-то сумки. Пойдем возьмем еды, пойдем возьмем еще медикаментов, потому что если нас так будут коцать всякие зомби, то нам придется не сладко. Мы забрали у девочки биту, насколько я помню. А, у нее лом был, а не бита. Возьмем себе биту, свеженькую, новенькую, вишневенькую. Вот. И забьем в нее гвозди.
Вбиваем гвозди в бетон. Вот так. Берем в обе руки. Проверяем наши команды. Использовать оружие ближнего боя. Не будем шуметь, а то мы уже пошумели. Потеряли одного человека. И... Да, боже мой, как там удобно. И правило, атакуем только зомби. Все, ребята, давайте двигаемся со мной. Наша цель аптека, наша цель кафешка с едой. Идемте сюда. Так. Выбегаем сюда. Что-то мы тут как-то пошумели, да? У нас даже зомби какие-то прибежали к нам. Ну, и то уже не так как бы скучно. Есть со мной ребята. Очень это приятно. 3 часа ночи, как видите. Тут забрызгали все кровью. Причем не вся кровь зомби. Да, возьмем на всякий случай среднюю сумку. Я ж не знаю, что там есть у ребят сумки с собой или нет. Подозреваю, что есть. Ну, чем черт не шутит. Здесь, может, у кого-то тоже какая-то сумочка. Может, большая походная. Школьный парень. Ну, возьмем пока. Пока возьмем. Вдруг. А еще я обратил внимание, что в моде «Выжившие» проект Zomboid. Они не носят и портфель, и сумку. Они либо портфель, либо сумку. Вот как-то так происходит. Вот. Итак, первым делом заходим в гамбургерную Спифос. Где наш енот Спифа, да, талисман, символ этой игры. И посмотрим, есть ли тут что-то покушать. Что-то было, я что-то припоминаю, что я как-то тут все почистил, по-моему, от еды. Так мы до сих пор, кстати, огороды не посадили. А, ну что-то есть. Давайте, ребят, сюда. Вот. И даже сделаем следующим образом. Смотрите, мы сейчас сразу проверим. Давай-ка лутрум фуд. Да, у них есть сумки. Вот они пошли собирать. Тунцы, ремулады, шоколады. Что угодно там. Свежий майонез у них есть. Да хорошо, заберем еще. Кто тут стучится? Здесь стучится? Нет, не здесь. Там можно стучиться. Вот давайте, ребят, сюда кам. Давайте, ребята, еще раз полутайте, типа рум. Фуд. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ничего-то они ничего не видят. Ну ладно, тогда очистим приказы. И follow me, ребята. Пойдем с вами в аптечку, полутаем аптечку. Пускай там зомби стучатся, нас не интересует абсолютно. Вот. Так, вон у нас формация. Наша самая формация. Мы берем большую походную руку, большую походную сумку в дополнительную руку. И мы берем бейсбольную биту в основную руку. Вот так. И просто заходим сюда. Расчищаем сначала первоначально от зомбачков. Конечно, забираем ключи. Люблю я ключи. А вот становимся сюда и говорим: ребята, а давайте-ка вы залутайте итемы. Пам! Пошли лутать. А ничего не видит ничего? Не, ну не говорите глупости. Предмет, итем, все правильно. Кам. Или у них просто они уже загрузились. Ну они, наверное, загрузились. Да.
Ладно, отдохните тогда пока. Постойте, я возьму все, что надо. Прежде всего, я возьму дезинфицирующее средство, мне надо. И мне нужны бинты, повязки, пластыри. Вот. Ну, дезинфицирующих средств мы набрали очень прилично. Поэтому нам теперь нужны пластыри и бинты. Вот. Кий нам не нужен, это все не нужно. Это все глупости. Аптечки первой помощи можно брать. Пластыри. Пластыри одноразовые. А вот бинты многоразовые. Вот бинты — это то, что нам нужно. Возьмем хирургических игл. Придется еще зашивать. Повязочки. Прелестно. Прелестно. Вот так вот. Возьмем еще, чтобы потом 10 раз не бегать. Возьмем спиртовые салфетки. Всякой ерунды понабираем. Вот. Ну вот, в принципе, на, скажем так, на первое время там хватит, если вдруг опять мы будем царапаться, получать какие-то пулевые ранения, то у нас уже есть чем себя обработать, можно не жалеть, есть чем обработать ребятушек. Вот. Немножко опыта мне совсем надо. Нужно тут на ходу парочку зомбаков повалить. Давайте, ребята, следуйте за мной. Так вот будет с каждым. Не собираем пока электронные запчасти, пока не надо. Вот. Вон еще зомби. Убийство одного зомби, по-моему, 2 очка опыта дает. То есть мне еще 39 штук нужно повалить, ребят. Ну вот, бежим домой. Вот такой у нас получился выпуск. В принципе, не скучный. Совсем, я считаю, не скучный выпуск. Я словил пулю от охранника. Нашел выживших, отомстил, убил охранника. Мои глупенькие новые друзья подстрелили своего друга, который умер тут же на месте. Я потерял по глупости, не очень качественно обработал раны. Потерял тоже своего одного компаньона. Сходил в магазин, накормил своих ребят, нагрузил их едой. Вот, сходил в аптеку, набрал кучу перевязочных средств. Так что вот такой неплохой выпуск получился. На этом мы на сегодня завершим. Потом продолжим играть еще. С вами был ВЗ. Счастливо. Смотрите меня, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Пока.